Витископ. У нас не планируется расширение штаба, то есть я и главный тренер, и сам себе помощник в плане видео и скаутинга, то есть все равно всю работу по подготовке к играм, по подготовке к тренировкам я веду сам. Кирилл Борисович мне помогает, я с ним, бывает, советуюсь, и по плану к игре он дает свои советы, но именно по подготовке всей, то есть приходится, конечно, все делать самому. Я стараюсь строить подготовку в тех условиях, которые у нас есть, поэтому я стараюсь в одно упражнение внести как можно больше разных черт. То есть мы одновременно работаем и над тактикой, и над личными качествами ребят, над их индивидуальным мастерством. То есть в каждое упражнение я стараюсь внести какие-то элементы, где нужно проявить себя индивидуально. В первую очередь я хочу, чтобы мы играли в защите. То есть то, что мы показываем в защите на данный момент, это, конечно, сложно назвать удовлетворительной игрой. То есть перво-наперво мы ставим защиту, но защита, опять же таки, упирается в физические кондиции игроков, потому что для того, чтобы играть в защите, нужно иметь и выносливость, и скорость, и силу. Без этого крайне сложно показывать ровную игру в защите на протяжении 40 минут. И мы играли с тем же Химиком полторы четверти абсолютно на равных и даже имели небольшое преимущество. Но после этого Химик добавил еще, а нам уже, к сожалению, добавить было нечего. Витископ. Спортивное видео.